Найди правильный рот от Хаги-Ваги! Окей, давай, конечно же, постараемся это сделать. Я думаю, то, что этот квест будет максимально легкий, и мы, конечно же, с тобой с этим квестом 100% справимся. Я думаю, то, что здесь правильный рот, наверное, под буквой D. Четвертый. Мы с тобой это проверим, а пока мы ждем правильного ответа, я тебе рекомендую просто поставить лайк на это видео. А еще смотри, за каждый правильный ответ мы с тобой получаем по 10 баллов. Ты просто считай, сколько баллов ты наберешь, и в конце видосика напиши: а я был прав, это правильный рот, ляпота. Задание номер 2. Найди лишнюю длинноногую мамочку. Так, лишняя мамочка, лишняя мамочка. Я думаю, то, что я сейчас на изи, конечно же, ее найду. Но у меня пока что не получается. А, все, нашел, нашел. Вот, видишь, у нее тут рот другой. Во втором, ой, точнее, в четвертом ряду вторая. Я справился с этим заданием. Я же прав? Да, это был правильный ответ. Хорошо. Найди правильное лицо Поппи. Так, ну смотри, здесь, во-первых, каждый из этих лиц лица Поппи. Но какое из них правильное, я думаю, то, что скорее всего второе. Оно больше всего подходит по стилю этого рисунка, этого арта, так сказать. И я, конечно же, был прав. Я думаю, сейчас мы с тобой это 100% быстренько проверим. Да, я был прав. Это правильное лицо от Поппи. Но ты же тоже справился с этим заданием. Найди фигурку, не похожую на остальных. Блин, вот такие задания вообще самые сложные. Я пытаюсь найти. Я правда не знаю, кто из них неправильный. Поппи или длинноногая мамочка? А, в самом конце. Точнее, в самом последнем ряду. Четвертая или пятая. Ну, короче, ты понял. Там длинноногая мамочка. У нее глаза другого цвета. Она выглядит немножечко поярче. Да, и это оказался, конечно же, правильный ответ. Офигеть, у меня пока что нет вообще ни одной ошибки. Ну, это, конечно, всего лишь пятое задание. Помоги длинноногой мамочке достать Поппи. Блин, я на самом деле не совсем хочу это делать, потому что я знаю, что длинноногая мамочка плохая, а Поппи я бы на самом деле лучше не подвергал опасности. Ну ладно, давай просто попробуем взять и пройти этот лабиринт. Я не знаю, надеюсь, то, что мышку ты видишь. Так, здесь неправильно, нам нужно, значит, идти вот сюда, сюда, сюда. Я просто поставил на паузу, потому что тут немножечко сложно пройти. Так, здесь ловушка, значит, идем сюда. Ну все, в принципе, у меня получилось. Не знаю, возможно, здесь есть какой-нибудь другой проход. Если ты его нашел, напиши об этом внизу в комментариях под видосиком. Я так понимаю, пока что пятый квест, и со всеми 5 заданиями я правильно справился. Да, я пошел именно по этой же дорожке, а пупенном. Задание номер 6. Найди лишнего игрока. Давай попробуем справиться с этим заданием. Пока что... так, нужно лишнего найти. У них по-любому у кого-нибудь рука, наверное, в другую сторону смотрит, да? Или нет? Или... я не вижу, блинский блин. Короче, попробую найти правильный ответ в этом задании. Я тебе пока что дам еще буквально несколько секундочек. Просто смотри внимательно и попробуй найти правильный ответ. Потому что я даже сейчас с паузой смотрю и все равно не понимаю, а что, блин, не так-то? Ладно, окей, надеюсь, что ты успел написать правильный комментарий, а мы с тобой сейчас просто возьмем и проверим. А что с ним не так? Он же точно такой же, как остальные. Я даже видел правильный ответ, я все равно не понял, что не так. Капец! Угадай персонажа Поппи Плейтайм по его тени. Я думаю, что мы с тобой на изи справимся с этим заданием. Вообще нифига не справимся! Это кто, блин, такой? Я не знаю, мне, наверное, кажется, то, что это будет какая-нибудь гусеница. Ну, хотя для гусеницы он какой-то слишком маленький. Может быть, это тот котик, который этот желтенький. Короче, давай скажу, что это желтый кот. Я просто не знаю, как его зовут. А, оказался серый кот, да? Ну ладно, это моя первая ошибка. Надеюсь, то, что ты хотя бы угадал этот квест. Найди отличающуюся фигурку. Окей, давай посмотрим, что же здесь не так. Кто же здесь лишний? По-любому, какой-нибудь длинноногой мамочки или прическа какая-нибудь другая. Или хотя, может быть, у кошечки, у этой желтой. Блинский, блин, кто здесь неправильный-то? Короче, ладно, с этим квестом я опять не справился. Я не смог найти, кто здесь неправильный. А, у него вот этих вот усиков не было. Ну вы серьезно? Угадай персонажа Поппи Плейтайм по его глазам. Но я думаю, что с глазами я 100% справлюсь. Тем более, эти глаза я сразу же узнал. Я помню этого страшного чувака. Это гусеница, которая называется... Пик... Кип, пик, короче, что-то такое называется, я просто не помню, как его зовут, но это гусеница 100%, Пиджей Пукапиллар, вот это вот, да, сука, ну, я же там говорил, что-то пик, типа, ну, вы меня поняли, гусеница Мопс, просто назову ее так, а у нас задание номер 10. Найди Хаги как в кружочке. Так, давай, во-первых, попробуем понять, что у него отличается, у него немножечко другой рот, на картинке в кружочке он открыт побольше, и это задание было максимально легкое, во втором ряду, вот, я тебе сейчас на него
мышкой показываю ближе к концу. Чуть, ну, в серединке, в конце, короче, ты меня понял. Сейчас тебе просто кружочек покажет, где он находится. Да, именно этот Хаги отличается. То есть с этим заданием я справился. Это получается сколько? У меня уже 70 баллов, да? Или 80? Найди три отличия. Окей, максимально стараемся напрячь наш... Короче, сразу же я понял то, что у нас отличается один глаз. Это первое отличие. Второе. Короче, можно я на паузу поставлю, потому что я не вижу больше, блин, отличий. Дальше у нас не хватает голубого бантика на ноге. Это второе отличие. А третье, я, блин, не вижу. Если ты спалил это отличие, напиши, пожалуйста, его в комментариях внизу под видео. А я, блин, что-то реально затрудняюсь немного его назвать. Ну ладно, сейчас мы с тобой отличия эти увидим и поймем, которое я не спалил. Надеюсь, то, что оно реально было сложное. А что там отличается? А, там полосочки, от руки ее не было. Ну вы серьезно? Это было очень тяжело. Найди лишнего Хаги-Ваги. Ух ты ж, блин, какая, однако, милая картинка. Давай, короче, попробуем с конца искать. Так, с конца. О, первый в последнем ряду. Чувачок, у него просто немного другой рот. И это было максимально изи его найти. И правильный ответ у нас... Да, я, конечно же, был прав. Вот этот вот чувачок. Найди персонажа, не похожего на остальных. Ёк-макарёк, что случилось с этим Хаги? Почему он наполовину коричневый? Походу, сгорел, почернел. Так, ладно, давай просто будем искать нашу лишнюю фигурку. Я пока что не понимаю. Понимаю, блин, что здесь не так. И походу с этим заданием я тоже, блин, не справился. Надеюсь, то, что хотя бы ты нашел правильный ответ. У нас опять длинноногая мамочка повернута в другую сторону. Ну вы серьезно, ну блин, очень тяжело такое найти. Вроде задание легкое, нифига подобного. Найди длинноногую мамочку как в кружочке. Так, давай сначала попробуем понять, что у нас вообще отличается. У нее не хватает прически сверху. Все, я понял, прическу найти будет максимально легко. Она у нас находится. Я не вижу. Блин, подожди, я не могу ее найти. Ладно, можно хотя бы так найду на уменьшенной картинке. Я думаю, так будет легче. Да, во втором ряду посерединке, все. Я, конечно, немножечко считерил, но я думаю, что ничего страшного. Правильный ответ я все-таки нашел. А у нас уже задание номер 15, капец. Найди три отличия. Да блин, опять отличия искать. Да что за фигня-то? Почему нам дают именно эти задания? Первое отличие я уже нашел. У нас отличается лампочка сверху. На одной картинке ее нету. А вот еще два отличия будет точно. Очень тяжело найти. И давай, короче, я знаю, что сделаю. Я немножечко считерю, и это задание оставлю специально для тебя. Прямо сейчас ты перед собой видишь две картинки, и твоя задача просто найти три отличия. Одной тебе уже подсказал, осталось найти еще два. Попробуй это сделать. Если ты нашел, правильный ответ напиши внизу в комментариях под видео. А чтобы было все по чесноку, я просто перемотаю на следующее задание. Найди лишнюю длинноногую мамочку. Окей, я надеюсь, то, что у нас это получится. Лишняя. По-любому у нее какие-нибудь глаза, наверное, другого цвета. Или рука где-нибудь торчит. Или прическа. Подождите, блин, скиплин, да почему так тяжело-то? Ладно, я снова поставил на паузу. Может, там вообще, блин, где-нибудь просто рот отличается. О, я же говорил, реально отличается рот. Смотри, в серединке у нее просто рот немножечко отсутствует. Его вообще, блин, нету. И я все-таки смог справиться с этим заданием. Опять же, немного по-читерски я поставил на паузу. Но нам автор этого видосика не запрещал. Он в начале видоса там правила говорил. Я просто их немного пропустил, но нам не запрещалось ставить на паузу. Найди лишнюю фигурку. Подсказка, это котик. Опа-на, нифига себе, нам еще и подсказки начали давать. Спасибо вам огромное, с ними будет намного легче. И сразу этого котика я нашел во втором ряду в самом конце. У нас у котика есть еще и язычок. Все, и мы сразу же смогли найти это задание. Но если бы не подсказка, возможно, я бы даже не справился. Вот, а сейчас правильный ответ. Это хорошо, что я был прав. Найди гусеницу мопса. Как в кружочке. Вот эти задания мне очень нравятся, потому что они капец какие легкие. У нас отличается то, что у нас у всех фигурок есть язык, у одной только нету, и эта одна фигурка находится прям вот здесь. Третья фигурка снизу, вот, прям сейчас ты ее видишь. У нас на ней реально не было никакого языка. И я был, конечно же, прав. Вот правильный ответ ты прямо сейчас видишь на экране. У нас вроде остается еще два задания. Найди три отличия. Да блинский блин, почему здесь так много заданий с отличиями? Первое я сразу же нашел. Глазик у одного чувака, у одного робота, он за
закрыт. Так, дальше. Я не вижу пока отличий, подожди. Увидел то, что у нас не хватает одной кнопочки. Справа их три, а слева всего лишь две. И третье отличие, наверное, где-то связано с руками. А может быть... А, я нашел! Видишь, слева у нас есть синие кнопки. На левой картинке она всего лишь одна, а на правой две. То есть с этим заданием я справился даже сам, без ваших этих вот подсказок. Это хорошо, то, что все-таки я правильно нашел эти все отличия, и вот они действительно оказались все правильные. Поэтому мы сразу же идем дальше на наш последний квест. Найди лишнюю фигурку Котопчела. А, Котопчел, вот как его зовут. Окей, давай, конечно же, постараемся ее найти. И, блин, что-то задание какое-то на самом деле очень сложное. Я пока что не вижу. Ёк-макарёк, да где, блин, лишняя фигурка? А, я нашел ее, а показывать тебе не буду. Вот смотри, вот там где-то фигурка, прямо сейчас рядышком появилась еще и кнопочка нового видосика, на который тебе 100% нужно нажать. Поэтому давай, ищи фигурку, и рядом с ней будет видосик, а на него нужно просто нажать и нажимай желательно поскорее.